очень интересно для меня, интересный опыт. И первая песенка на стихи, не случайно, что это литература, на стихи Иосифа Бродского. Я обнял эти плечи и взглянул на то, что оказалось за спиною, и увидал, что выдвинутый стул сливался с освещенной стеною. Был в лампочке повышенный накал, невыгодный для мебели и стертый, и потому диван в углу сверкал коричневой кожей, словно желтый. Стол вставал, поблескивал паркет, темнела печь, и в раме запыленной застыл пейзаж, и лишь один буфет казался мне тогда одушевленным. Но мотылек по комнате кружил, и он мой взгляд с недвижимости сдвинул. И если призрак здесь когда-то жил, то он покинул этот дом, покинул. Можно чуть погромче, по моей громкости. А следующая песенка уже моя, называется «На прошлой зимой». И здесь группа «Кружевая повозка», хотя она не здесь, а в записи. Деревьями, а в зиме же, конечно, говоря нами мир.
я, ни тогда, ни сейчас. Нам с тобой и опять эта сила город мой охватила. Что же стало со мной этой зимой? Всюду привычно новогодние елки воспушают одну за другой. Великая сила город наш охватила, но тебя нет со мной этой зимой. Но тебя нет со мной зимой. И третья песенка, она называется «Марат». Третья песенка, я прошу не судить ее строго, не воспринимать слишком всерьез. Прошу не воспринимать. Называется она «Священники». Премьера песни. Хотели завербовать, мне все же удалось уйти. И вот уже через какое-то время посередине зимней дороги, когда я ехал в аэропорт, мне приснились священники. Священники. Thank you.
до следующего месяца. Это как раз не очень подходит. Я сегодня почти это сделал. Заблудиться в лесу. Цветущая мандрагора. Я даже такую пока не знаю, но я найду.